Сегодня в Чебоксарах начали реконструировать Московский мост. Завершить работы планируют только через 3 года. Каким он станет, первым делом показали пишущие братья и главе администрации Чебоксар Алексею Ладыкову. Подробности в следующем материале. На набережной Чебоксарского залива буквально за ночь обустроили строительные вагончики и разместили необходимую технику. Первый этап – установка набивных свай. В следующем году планируют приступить к возведению опор. При строительстве моста подрядчики используют высокопрочную арматуру. Полностью монолитная конструкция моста, не сборная, как сейчас. Ну, что, соответственно, увеличит срок эксплуатации этого сооружения. Лет на 70. В проекте все предусмотрено. И мы пересыпаем здесь залив, делаем технологический проезд, что позволит нам построить этот мост. Сначала над заливом возведут первую часть моста, вторую проложат на месте существующего. Уже через 3 года здесь будет действовать 6 полос, по 3 в разные стороны. Стоимость проекта превышает 1,5 миллиарда рублей. Глава администрации Чебоксара Алексей Ладыков отметил, что сбоев при финансировании строительства возникнуть не должно. Мы надеемся, что обязательства федерального бюджета будут выполнены. Надеемся, что республиканский бюджет и городской также сделают все необходимое софинансирование. На сегодня мы подчеркиваем, что средства из федерального бюджета пришли. Указ президента страны реально выполняется. Благодарны главе республики, правительству Чувашской республики за то, что оказали софинансирование, выделили средства. Реконструкция Московского моста – приоритетный проект. Средства выделяются в рамках подготовки к 550-летию Чебоксар. Таких объектов уже десятки лет не строилось на территории города, но сегодня мы должны пройти через это. Движение по мосту перекрывать не будут, а вот жителям города придется ограничить прогулки по заливу. Часть пешеходной трассы будет закрыта на все время реконструкции моста. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика.